делали преклон. Дороже принцессы Ракии. Для меня ничего нет. Ни в Ирландии, ни в целом свете. Но чтобы завоевать ее сердце, надо бы мне заполучить твой горшочек с золотом. Так что отдавай-ка ты мне его поскорее. Нет. Только ты сначала для меня ирландский танец. Сыграй-ка ты для меня ирландского рока. Если справишься с задачей, отдам тебе горшочек с золотом. Так и будет. Ирландия расположена над одноименным островом в северной части Атлантического океана. Это западный и двух крупнейших британских островов. Страна Ирландия имеет старинную, богатую культуру. Сколько существует страна, столько народ пытается сохранить и сберечь ее культуру, несущую в себе большое количество обычаев и народных традиций. В Ирландии есть один самый главный и важный праздник. Здесь им считается День Святого Патрика. Он празднуется ежегодно 17 марта. Празднование этого дня – особенное мероприятие для ирландцев. Подготовка начинается заранее, чтобы непосредственно в день праздника все прошло наилучшим образом. В Ирландии существует традиция прикреплять к одежде три листья, символизирующие крест, цвет католицизма и символьный цвет самой изумрудной страны. Святой Патрик – один из самых почитаемых во всем мире святых. Но у Дня Святого Патрика есть и языческие мотивы. Так, одним из его непременных героев являются лепреконы, сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком золотом. Если удачно вымучателю сокровищу удастся поймать лепрекона, то существо должно рассказать, где спрятано его сокровище. В этот праздник люди одеваются в зеленую одежду. Также, помимо самих парадов футболку, в этот день принято устраивать вечеринки с музыкой и большим количеством пива. Но так было не всегда, а именно, раньше все пабы закрывались, и местные жители шли в церковь на мессу. Но сегодня День Святого Патрика – это снова музыка и любимый танец. Английский язык по-прежнему считается основным в Ирландии, хотя национальный диалект можно услышать во многих деревнях. Ирландский же зародился благодаря кельтам, поэтому некоторые уже пожилые ирландцы могут изъясняться и на традиционном языке. Дома здесь строятся все еще согласно старым традициям и стилю. Яркие и веселые цвета можно увидеть на стенах большинства домов с красочными дверями. Кухня Ирландии немного отличается от кухни других европейских стран. Она не несет в себе никаких изысков, ее основа – это обычная христианская еда. Основным блюдом в Ирландии считается ирландская рагу – Irish stew. Картофель – основная его часть. Помимо всех блюд в ирландской кухне, без сомнения, без достопримечательности можно назвать ирландский виски. Также недалеко ушло и кофе по-ирландски. Горячий кофе с виски отлично согревает дождливую погоду, которая часто бывает в стране. Если говорить о музыкальном наследии страны, то необходимо отметить, что артисты Ирландии были известны повсюду уже к 12 веку. Ирландская народная музыка очень разнообразна. От колыбельных до застольных песен, от медленных инструментальных мелодий до быстрых зажигательных танцев. В 20 веке в Ирландии широко развилась рок-музыка. Наиболее известными рок-группами Ирландии были U2, Twin Lizzy и The Cranberries. Также в музыке и танцах появилось большое количество фолк-музыкальных коллективов. Большой успех имеют танцевальные представления Майкла Флетли, Lord of the Dance. Ирландия – это особенное, красивое место, богатая история. Оно также стало родным домом для талантливых писателей, таких как Оскар Уайлд, Джеймс Джойс. Ирландия внесла большой вклад в развитие литературы и традиционной народной музыки вместе с красивыми движениями ирландского танца, отображающими всю ее культуру страны. Ривердаунс – весьма популярный коллектив, исполняющий множество ирландских танцев. По сей день остается популярным танец церкви. Кроме того, ирландские замки, расположенные в пышных и зеленых равнинах, говорят о богатой истории этого славного места. Мы приглашаем вас отправиться в путешествие по Ирландии и познакомиться с ее культурой.
Ваши аплодисменты.